На борцовском ковре жаркие баталии. Судьи из разных регионов учатся у лучших. Алексей Базулин и Наровард Арустамян – арбитры олимпийских состязаний в Токио. За плечами Наровард – Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и молодежные олимпиады. Сегодня профессионалы в Хакасии передают знания специалистам на местах. Когда я вижу новые лица, я вижу студии людей, которые хотят увидеть что-то новое, молодых судей, которые заинтересовываются после этого семинара, они являются тренерами, но после семинара очень многие хотят начать судить. И это, конечно, для меня, как для преподавателя, это огромный результат. Именитые наставники приехали по приглашению Федерации спортивной борьбы Хакасии. Идея появилась год назад. Сначала провели мастер-класс, теперь семинар. Один из инициаторов – наш земляк Виктор Райков. Говорит, это важно для тренеров и повышает культуру спортивной борьбы. Основная масса ребят работает в муниципалитетах, и у них нет возможности ни финансовой, ни такой, никакой практически выехать на семинар. Здесь же вопрос не только в судействе. Тренеры должны понимать, что такое судейство и как потом своих спортсменов готовить по правилам современным. Он же не может готовить их по старым правилам. Он хоть как должен обучаться, не обязательно, что он будет судить. Он будет просто работать хорошо. Несколько дней шли теоретические занятия. Завершением станет практика. 17 и 18 декабря в Абакане пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Советского Союза и России Владимира Черкова. Соревноваться будут юниоры в 10 весовых категориях. За медали поборются свыше 150 спортсменов. Свое участие подтвердили борцы из Тувы, Якутии и Бурятии, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей и Красноярского края. Ольга Барловская, Дмитрий Парахин, РТС.